А вот еще один русскоязычный привет из Америки, тоже из Нью-Йорка, от нашего мобильного репортера Виктора Ворошилова. Он подчеркивает, американцы к такому не привыкли. Несет, просто несет, сантиметров 15-20 уже выпало точно. О ужас, это коллапс. Для Нью-Йорка это настоящий снежный коллапс. Такое бывает редко, но бывает. Наверное, русские идут. Да, русская зима. Пришла русская зима.